От строительства к ремонтам. В Ярославле завершается капитальный ремонт фасадов. К концу подошло обновление дома номер 20 по улице 8 Марта. Двухэтажке в этом году исполнилось 60 лет. За эти годы повредилась половина площади покрытия. Такое заключение дали эксперты. Капитального ремонта фасада раньше не проводилось. Дом был, конечно, в состоянии таком плачевном. Было все обшарпано, осыпано. Сам фасад был давно очень не ремонтирован. Вот. Был просто разноцветный, поскольку уже там слои слезали. Вместе с ремонтом фасада заменили окна и двери в подъездах, козырьки над входами, усилили балконы. Работы проходили с лета. Сейчас они полностью выполнены и приняты. Краска, которой покрыты стены дома, должна продержаться минимум полтора десятилетия, уверяет производитель. А подрядчик дает гарантию на 5 лет. В конце работы мы получили благодарственное письмо от жильцов, которые в целом оценили нашу работу как хорошо выполненную. Я думаю, это видно по фасаду, что получилось в итоге. Всего в этом году выполняется капитальный ремонт 31 фасада. 8 из них уже сданы, остальные в работе. Работы на крупных и сложных объектах перенесут на следующий год.